я жаловался сам, то, что у меня болят зубы, я не мог вообще лежать, не мог спать из-за боли в зубах. У ребенка очень много было кариеса. А так как ребенок боялся стоматологов, у него был негативный опыт, к сожалению, из-за других клиник. И в итоге мы просто остались с недолеченными зубами, и нужно было что-то срочно делать. Я не боялся. Я знала, что у меня этого кошмара потом не будет. Была только цель – вылечить ребенка. И мы за один раз вылечили все зубы, в том числе отреставрировали отколотый передний постоянный зуб, чему я очень рада, потому что нам говорили, что мы можем вообще его потерять в других клиниках. Вылечили кариес, все за один раз, очень комфортно. Я не могу сказать, что мы решались на это долго. Нужно было сделать срочно, это был большой объем работы, и ребенок боялся стоматологов. Это была, пожалуй, единственная возможность сохранить по максимуму здоровые зубы. Он уже понимает, что стоматолог – это не зло, ему нравится. Я просто искала, как можно вылечить ребенка, у которого боязнь стоматолога. И попала на сайт клиники «Апрелька», чему очень рада. Он меня молодец вылечил. Спасибо. Я очень благодарна доктору за профессионализм. И мне очень нравятся личностные подходы. И что ты не очередной там в очереди, а что действительно ты нужен, важен. Это очень здорово.